И напоследок вечерняя нравственная проповедь от старика Хаттабыча. Люди созданы для того, чтобы созидать, но вместо этого они научились убивать в больших количествах друг друга. Нужно менять эту ситуацию, иначе этот эксперимент Бога будет неудачным. Так ведь не может быть. Человек — вершина творения, а падает все ниже и ниже.